И снова здравствуйте, дорогие зрители. В ближайшее время с вами проведем мы, Алексей Юрченко и Екатерина Миронова, участники проекта «Лица». Мы уже успели по вас соскучиться и надеемся, что вы тоже. Что ж, а тема сегодняшнего эфира – это школьная линейка. И говоря об этом, невозможно не согласиться с тем, что начало учебного года для педагогов столь же важно, как и для учеников. Но, собственно, о том, как педагоги готовятся к этому дню и чувствуют что-то очень интересное, после разлуки в 3 месяца мы сегодня узнаем. С нами учитель русского языка и литературы гимназии номер 10 города Челябинска и учитель года 2010 Гульнара Болдырева. Доброе утро, Гульнара Николаевна. Гульнара Николаевна, доброе утро. Позвольте прежде поздравить вас с этим праздником, с началом учебного года. И позвольте задать несколько вопросов. Ну и, собственно, первое, расскажите, пожалуйста, а как начинается, как проходит вот ваш первый учебный день? Это уже сразу урок или все-таки что-то наподобие классного часа? Первый день, как правило, это линейка и классный час. А вот первый учебный день, следующий, будет сразу начинаться с контрольной работы. Контрольной работы? Прям вот так вот сразу. А повторение будет дальше, и еще один срез будет тоже дальше. Но чтобы повторять, нужно понимать, что ребята забыли за лето, и понимать то, что они помнят. То есть это вы так настраиваетесь, понимаете, где слабые места, можно сказать, и к чему нужно стремиться. Чем нужно работать? На чем нужно работать? Ну вот у вас большой опыт, вот подскажите, вот когда появляется новый класс, как классный руководитель, вы не знаете детей, они вас не знают. Вот нам интересно, как происходит первый день, как вот быть? Ну, мы начинаем со знакомства. Угу. Нам предстоит провести несколько лет вместе, и будет очень хорошо, если мы сможем увидеть глаза друг друга в первый день и произвести хорошее впечатление. Прекрасно. Это хорошее начало. Посмотреть, заглянуть в глаза, я думаю, Гульнара Николаевна сделала на этом важный акцент. Ну, вот еще такой вопрос. Ученики 3 месяца школьных каникул, соответственно, немного, может быть, в расслабленном состоянии. Как настроиться на целый учебный год? Что вы можете посоветовать ученикам? Ну, мне кажется, главное не затягивать этот процесс. Знаете, как холодная вода в озере. Лучше окунуться сразу. Окунуться сразу. Да. Сразу в омут с головой, как говорится. Да. Вот, вы учитель русского языка и литературы, и постоянно поправляете учеников. А вот в жизни как поправляете людей, которые вот неправильно сказали что-то или пишут неправильно? Да, конечно. Такие ситуации бывают. Другое дело, мне кажется, не всегда они бывают уместны, такое исправление, но приходится. Да, вот мы тоже иногда так делаем. Ты делаешь так, Лю? Ну, изредка, может быть, в какие-то моменты. Но это Гульнара Николаевна абсолютно правильно говорит, что деликатность, тактичность в этом моменте, конечно, очень важна. Гульнара Николаевна, скажите, пожалуйста, сегодня, пусть и 2 сентября, но, тем не менее, праздник у всех школьников, студентов и у вас в том числе, конечно же, в первую очередь праздник. Как вы планируете вот этот день сегодня провести? Что у вас запланировано? Поделитесь, пожалуйста, нам бы очень хотелось это узнать. Мы встретимся с ребятами, это будет линейка. Затем отправимся в молодежный театр на театральный квест и таким образом отметим праздник начала учебного года. Замечательно. По-моему, очень круто. Мы вас еще раз поздравляем с этим праздником. Спасибо. Желаем вам хорошего года и чтобы ученики вас радовали. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Гульнара Николаевна. С нами была Гульнара Николаевна, и она учитель русского языка и литературы 10-й гимназии города Челябинска. И, между прочим, учитель года 2010. Ну, а мы идем дальше, и сейчас у нас в эфире рубрика «Хозяйки на заметку». Узнаем 2 рецепта быстрых завтраков с яйцом. Актуально как раз началом учебного года.